18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вы дарите нам любовь, дарите уют. Мы вас всех очень сильно любим. Приближая праздник и весеннее тепло, в Анапе поздравили прекрасную половину населения с наступающим Международным женским днем. Я уверена, что для наших молодых людей это очень хорошая школа. На острие важных событий. В Анапе политическую грамотность молодежи повышают нетривиальным способом. Вот этот вот воск, он, его можно только поцарапать. Он не выгорает на солнце. Картины из-под утюга и клубника из теста. Удивительные техники и секреты создания подарков, которые делают своими руками. Первый день оттепели, красная дорожка, лазерное шоу и самые теплые слова от детей, мужчины, низкий поклон от первых лиц города, главы курорта Юрия Полякова и председателя совета Леонида Кочетова. В городском театре прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Теплый солнечный день после череды заморозков. За эту анапскую зиму весна еще никогда не была так близко. Гости праздника заслуженно ступают на красную дорожку. Девушки, женщины, леди, элегантные дамы, хранительницы очага и каждая по-своему берегиня. Светлана – фельдшер скорой помощи. Достаточно часто дежурит в городском театре и на других массовых мероприятиях. Ирина Крайнова 11 лет работает психологом в МЧС. Форму женщину украшает. Ну, женщина выглядит интересно, привлекательно, необычно. Цветы, весна, корабль с алыми парусами, за ним любовь, счастливая семейная жизнь и счастливые дети. Идут вперед технологии, ценности остаются неизменными. Анапских женщин поздравил глава города-курорта Юрий Поляков. Вы дарите нам любовь, дарите уют. Мы вас всех очень сильно любим. И что хочу сказать, у нас в Анапе проживает более 100 тысяч женщин. Я вам желаю всем, чтобы рядом с вами было широкое мужское плечо. С этим праздником, от всей души, мой низкий поклон вам. Мы вас очень любим. Вы совершаете чудо, даете новую жизнь. Сегодня, в этот день весенний, я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. С праздником вас! Здоровья, удачи и благополучия! Твоя улыбка словно солнце, мелькающее среди туч, словно раскрытое оконце, с небес сошедший яркий луч. Стихи, посвященные маме в исполнении начинающего актера Кирилла Степанюка. За ним ансамбль с песней тоже о маме, а также о том, что бабушка – это мама со стажем. Тамара Борисова – инженер-строитель. Специальность выбрала под впечатлением от грандиозности процесса. Параллельно уже вместе с мужем строила семью. У них трое детей, 7 внуков и 5 правнуков. Конечно, это счастье. Столько детей. И дети у меня все хорошие. Все учатся, все получают высшее образование, все работают. Конечно, мы с мужем строили семью, своим примером показывали детям. Высшее образование детей также учили доброту и помогать людям и друг дружке. Тамару Борисову, как и всех, кто находится в зале, ждут сразу 4 выходных дня, полных цветов, подарков и поздравлений. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Молодежные активисты продемонстрировали лидерские качества, а также готовность решать не только вопросы городского или регионального, но и всероссийского масштаба. Свои проекты ребята представили на конкурсе «Я будущий президент», приуроченном к предстоящим выборам главы государства.
Символические выборы. Так выглядит бюллетень. Участникам предлагается проголосовать за блок мероприятий, который больше всего запомнился или понравился в минувшем году. Военно-патриотический, творческий, спортивный, культурно-массовый. В фойе портреты шестерых участников. Все они студенты вузов или среднеспециальных учебных заведений. Несение знамени победы в бессмертном полку, участие в военно-спортивных соревнованиях, а также почетное несение поста номер один на стеле воинской славы. Даниил Браш представляет 4 направления своей деятельности. Он учится на строителя в сельскохозяйственном техникуме. Это чем-то похоже на игру формата клуба веселых и находчивых. За каждый конкурс жюри выставляет оценки, а болельщики поддерживают участников. Подходи ближе, не стесняйся. Ситуация у нас следующая. Вы встретили на улице человека, чью жену вы недавно уволили с должности вашего заместителя, который работает у вас с самого начала. Он пытается выяснить, за что и почему вы ее уволили. Импровизация, элементы современного юмора. Здесь же конкурс на знание Конституции. Будущим кандидатам в президенты нужно помнить, что избираться можно с 35 лет, а российский парламент называется федеральным собранием, состоящим из 2 палат – Госдумы и Совета Федерации. Организаторы поставили задачу достучаться через понятные и близкие молодежи формы до гражданского самосознания. Как и в нашей жизни. Есть место и юмору, есть место и серьезным вещам, и мы понимаем, что это первая проба. Они почувствовали себя, они почувствовали большую сцену, публику, ответственность за свои слова и поступки в дальнейшем, которые они будут делать. Я уверена, что для наших молодых людей это очень хорошая школа. В домашнем задании на условную тему «Если бы я был начальником», участники говорили о наболевшем, льготных проездных и скидках на концтовары перед началом семестров, электронной карте города в специальных терминалах, защите экологии Черноморского побережья, о глобальном, поддержке малого и среднего бизнеса. Студент Анапского филиала МПГУ Павел Мирный предложил организовать систему скидок для ветеранов труда в продуктовых супермаркетах. Он победил по итогам 4 конкурсов. Честно, не ожидал, но я просто бесконечно благодарен людям, которые сейчас стоят за мной, передо мной, и людям, которые участвовали вместе со мной в этом конкурсе. Это просто прекрасные люди. Я надеюсь, что в следующий раз мы с ними встретимся, и исход будет совсем иным. Организаторы считают, что мероприятие состоялось, и подобные конкурсы будут проводить регулярно, даже без привязки к внутриполитическим событиям. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Скалодром, скейт-парк, зеленый лабиринт, а также аллеи скульптур, животных и сказочных героев может появиться в центральном парке поселка Виноградный. Он участвует в рейтинговом голосовании в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда». И если за эту территорию проголосует большинство, то благоустроительные работы там начнутся уже в этом году. По проекту здесь планируется обновить зеленое насаждение, обустроить детский городок, скалодром, скейт-парк, спортивные площадки. Также здесь запланированы беговая и велодорожки, декоративные элементы, шахматные столы. Сейчас эту территорию комфортной не назовешь. Парку больше полувека. По словам общественников, его реконструкция назрела давно, однако средства нужны немалые, а программа «Комфортная городская среда» – реальный шанс вдохнуть в парк новую жизнь. Мы будем только благодарны, если и город нас поддержит, и другие поселки, вот пользуясь вот этим случаем и понимая как бы необходимость вот все-таки на селе поднять не только город, но и село, поднять культуру, возродить традиции бывшего совхоза Ленина, возродить, поднять селян и призываем и селян всех тоже поддержать этот проект. Но то, что виноградинцы проголосуют, я в этом 100% уверена. Проголосовать за свой парк виноградинцы смогут 18 марта в местном ДК. Счетные комиссии в этот день будут работать во всех сельских округах и городе. Всего муниципальной комиссии отобрано 14 территорий. Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте администрации или на нашем anaporegion.ru. Какой именно проект будет реализован в первоочередном порядке, зависит от самих жителей. 100 дней до одного из главных спортивных событий года. Сегодня запущен обратный отсчет времени до начала чемпионата ФИФА. Территории, выбранные командами-участницами для тренировочного процесса, спешат завершить в срок необходимые приготовления. Строительство 2 стадионов для мирового первенства в Анапе идет в строгом соответствии с графиками. Представители оргкомитета федерации и делегации датчан регулярно инспектируют ход работ. Напомним, футбольные поля, соответствующие мировым стандартам ФИФА, строятся в Анапской и Витязево. На стадионе «Понтас» будет тренироваться команда из Дании. База в Анапской станет резервной для транзитных тренировок футбольных сборных.
После Мундиаля стадионы перейдут в ведение муниципалитета и детских команд спортивных школ. Кроме этого, городу достанется обновленная транспортная инфраструктура, 3 реанимобили и медицинское оборудование стоимостью более 55 миллионов рублей. В проведении чемпионата мира по футболу примут участие 75 анапских волонтеров. С 5 марта для них начался интенсивный обучающий процесс. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и Сочи. В преддверии 8 марта в магазинах настоящий ажиотаж. Все выбирают подарки. Но самое дорогое – это, как известно, сделанное своими руками. Это может быть поделка или картина, выполненная маслом, красками или даже утюгом. Такие создает анапчанка Нина Кривицкая. Лучшую ее работу украсили выставку народного декоративно-прикладного творчества «Живое ремесло», которое развернулось в Центральной библиотеке. Необычную технику, а также мастер-класс по созданию объемных картин мастерица показала нашим корреспондентам. Это энкаустика – техника рисования, когда восковые мелки плавятся небольшим горячим утюжком. На создание каждой такой картины уходит от одного дня до нескольких недель. Автор работ Нина Владимировна, сейчас ей 74 года. Она родилась на Крайнем Севере, поэтому большинство сюжетов связаны с природой. Однако сама техника универсальна. Не обязательно уметь рисовать. Это, наверное, основное достоинство энкаустики. Вот этот вот воск, его можно только поцарапать. Он не выгорает на солнце. Вот там целый у меня яда. Это достаточно простой вот с помощью утюга. Работать сложно с тем, что пока работаешь здесь, вот нужно остудить, нужно перевернуть, работать в следующем участке, потому что иначе все растечется и превратится в какую-то бессмысленную какую-то вот такую массу. Издалека видно, что это сделано либо акрил, либо гуашь. А потом, приблизившись к работе, я увидела, что что-то здесь особенное. Потом, когда наша читательница объяснила, как это делается, как эта работа выполнена, на самом деле я была очень удивлена, потому что как так утюжком можно делать такие вещи. И на самом деле после таких работ хочется попробовать уже своими руками что-то сделать. Нина Владимировна начала творить еще в детском саду. Тогда она сделала из тетрадных листов свою первую поделку – розу. Чуть позже вместе с мамой начала изготавливать цветы из ткани, участвовала в городских выставках. Не так давно она освоила лепку из соленого теста. Как театр начинается с вешалки, так и объемная картина начинается с рисунка. По такому эскизу мастерица делает заготовки. Найти украшения и дополнительные приспособления можно буквально на каждом шагу. Так макароны могут стать листочками, а чеснокодавилка – инструментом для создания волокон. Это хорошо развивает фантазию и смекалку. Существует вот такое приспособление – чеснокодавилка. Заправь сюда и выдавливаешь. Вот видите? Вот они. Это и есть с помощью чеснокодавилки выполнено. Ну, там немножечко такой беспорядочек вносишь. Вот как бы надеваешь, вот на эти обрамляешь. В картине важен каждый элемент. Нужно гармонично подобрать цвета и расположить детали на листе. Рецепт материала очень прост. Мука, вода и мелкая соль. По словам Нины Владимировны, сушить заготовки лучше на солнце, а не в духовке. Так тесто не треснет и будет крепким. В конце каждой работе придают цвет с помощью акриловой краски и покрывают лаком. Такой сувенир будет долговечным и запоминающимся подарком, сделанным с душой. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Подарок может быть и практичным. Например, текстильное изделие – всегда нужная в хозяйстве вещь. Аккурат к празднику в Анапе открылся новый магазин фабрики «Донецкая мануфактура». Это один из крупнейших производителей текстиля в стране, победитель всероссийских конкурсов. «Донецкая мануфактура» существует на рынке уже 40 лет и демонстрирует постоянный прирост производства. В честь открытия магазин дарит своим покупателям щедрые скидки. В магазине представлен широкий ассортимент текстильной продукции. Махровые и вафельные полотенца, банные халаты, простыни, столовое белье, детский текстиль, а также комплекты постельного белья. В 1998 году на предприятии был реализован масштабный проект полного переоборудования. Вся техника закупалась в Германии, Италии и Швейцарии. Поэтому производители за качество отвечают, а покупатели хвалят. Халаты как раз и купила в подарок. Очень хорошее качество, действительно мягкие, чувствуется, что ткани натуральные.
Ценовой диапазон широкий, здесь каждый сможет сделать покупку на свой вкус и кошелек. Кроме того, в честь открытия и в преддверии праздника с 6 по 8 марта действует акция «Скидка 50% на вторую вещь в чеке». Мне нужно подарок подруге купить. Вот зашла купить полотенце, здесь очень даже много хорошего, красивого товара, качественного. Купила подруге полотенце и получила скидку на одно полотенце 50%. И даже еще дали на следующий месяц, пригласили снова за товаром, тоже со скидками. Очень приятно, в магазине девочки хорошо обслуживают. Первое, это, конечно, высочайшее качество нашей продукции, обеспеченное строгими требованиями к сырью, суперсовременным оборудованием и производством в соответствии с российскими ГОСТами и авторитетными международными стандартами. Я очень часто говорю нашему клиенту, придите домой, нашему новому клиенту, придите домой, выберите ваше самое любимое полотенце, посмотрите на ярлычок, и обязательно на ярлыке будет производитель «Донецкая мануфактура». Каждый год продукция «Донецкой мануфактуры» занимает призовые места на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». При этом на достигнутом здесь не останавливаются. Предприятие активно развивает розничную сеть, чтобы стать ближе и доступнее для своих покупателей. Качественный текстиль по доступной цене в Анапе находится по адресу улица Амелькова, 28. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа Регион. А добавить весеннему празднику вкуса можно с помощью любимых сладостей. Но чтобы не ошибиться с выбором, лучше отправляться в проверенные кондитерские. Например, в такую, как «Космос», старейшая в Анапе. Зарекомендовала себя как надежный производитель качественных кондитерских изделий. Весь космический ассортимент рассмотрели наши корреспонденты. Основанная в 1992 году, кондитерская «Космос» известна многим анапчанам и гостям города и предлагает вкуснейшую сдобу и кондитерские изделия на каждый день и для праздничного стола. «Космос» – это рай для сладкоежек. Огромное разнообразие пирожных с заварным и творожным кремом, домашние печенья, классические десерты, рыжик, три вида пирожного «Наполеон», полюбившийся многим постоянным покупателям сметанник. В кондитерской всегда есть свежайшая сдоба, хачапури, которые просто тают во рту, самса с мясом, слойки с сыром, ветчиной, курицей и сладкие с яблоками и творогом. Специальное предложение в эти дни – постная продукция. Вкуснейшие ковришки, пирожки со всевозможными начинками, капуста, чернослив, вишня, а также огромный ассортимент тортов – шоколадные, творожные, йогуртовые, нежные, воздушные, ореховые и даже блинные. Причем кондитерская «Космос» предлагает эксклюзивные торты на заказ в Анапе к любому торжеству – свадьбы, юбилеи, детские праздники и, конечно же, к 8 марта. Дорогие, любимые наши женщины, кондитерская «Космос» поздравляет всех с праздником. Желает вам всем крепкого здоровья, добра и благополучия, счастья и любви. Пусть в этот день все желания у вас исполнятся. Мы поможем сделать ваш праздник добрым, красивым и вкусным. Порадовать себя и своих любимых космическими сладостями можно по адресам, указанным на экране. Телефон для заказов 50764. На курорте временно изменится маршрут движения пригородных рейсов. В связи с проведением массового забега 10 марта с 9.30 до 15.30 движение по Пионерскому проспекту будет закрыто. Со временными схемами движения муниципальных пригородных маршрутов можно ознакомиться на нашем сайте. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.